С дверью можешь не сомневаться, что... Ты это видел? У нас в подвале что-то живет. Срочно надо вызывать... Полицию! Да! Да у нас тут по стенам кто-то ползает, помогите нам! Никогда не было, и тут на тебе! Что вообще происходит в этом чертовом доме? Это конец, нам конец! Я очень надеюсь, что это видео хоть кто-нибудь посмотрит, и люди узнают, что произошло на самом деле. Звуки прямо отсюда идут. Ребята, я хотел показать вам наш новый дом, который мы арендовали для роликов, но, как назло, тут появляются какие-то проблемы сразу прям. Вот, смотрите, яма из ниоткуда взялась. Раньше я не видел эту яму, и сначала я вообще не придал этому значения. Я просто подумал, что, возможно, эту яму выкопала соседская собака, которая прибегала периодически на наш участок. Но, когда я зашел в дом, я услышал странные звуки. Блин, какие-то кроты здесь завелись. Зачем вообще делать этот подкоп прям к дому? Дому. Можно же через дверь войти. Как эти кирпичики здесь были? Сюда. Так, ну так явно лучше. Слышите? Это, скорее всего, собака вырыла эту яму. Блин, нужно забор укрепить. Эй, Алин, там у нас кто-то яму выкопал дома. Слышишь, кто-то стучит. Пойдем. Кажется, Алина спряталась в подвале. Только сейчас мы ее напугаем. Пойдем. Вот. А звук идет отсюда. Эй, Алин, хватит прикалываться! Пойдем проверим, заберем ее и продолжим обзор на дом. Алин, я знаю, что ты здесь, выходи! Алина? Я же знаю, что ты здесь, выходи! Когда я открывал дверь в ту комнату, то звуки прекращались. Но когда закрывал, они снова исходили из этой комнаты. И я был уверен, что надо мной прикалывается Алина. Но когда я вошел в эту комнату и все осмотрел, там абсолютно никого не было. Поэтому здесь явно что-то не так. Алина, ну хватит прикалываться, пойдем уже. Эй, Алина. Блин, там тоже ее нет. Кажется, Алины здесь нет. Но откуда звук-то дошел? Эй! Алина! Ладно, возможно, это нагрев воды просто шумел. Или трубы. Вот, они здесь повсюду. Ладно, пойдем. Слушай, нужно будет по-любому вызвать сантехника, потому что в этих трубах, возможно, крысы завелись. А то и что-то похуже. Брун, слушай, я пересмотрел кадры с подвала, и там что-то странное. Что ты имеешь в виду? Ну, там на заднем фоне открывается дверь сама по себе. Слушай, ну это точно сквозняк. Вот с дверью можешь не сомневаться, что... Ты это видел? Ну сюда! Эй! Кто здесь? Надо пересмотреть файлы, Бруно! Ты снял? Давай пересмотрим этот кадр! Эти материалы, эти кадры, которые снял оператор, там действительно происходит какая-то полная паранормальщина. Слышите эти звуки на фоне? Они не прекращаются. Бруно! Можешь что-нибудь уже сделать с этими звуками? Невозможно спать! Да что я могу сделать? Ну... Так ты ведь, Бруно, ты всегда можешь что-то сделать! Сделай что-нибудь! Нужно как-то уже справляться с этой проблемой, но боюсь, что лучше отсюда съехать, чем решать эти проблемы. Хотя у меня есть одна идейка. Надеюсь, эта камера меня не подведет. Как же стрёмно эту дверь открывать. Звуки прямо отсюда идут. Все, перестало. Ладно, пойдем со мной. Почему, когда я сюда захожу, то ничего здесь не происходит? Ладно, если это нечто боится меня, то, возможно, оно не знает, что такое камера. Эта камера сможет запечатлеть все, что здесь происходит. Так, сейчас я включу запись. Так, вроде пишет. Так, я очень надеюсь, что эта камера все зафиксирует. Блин, очень странно, смотрите. Утром я проверю эту камеру, и она должна показать, что там происходит. Да, что я мог еще сделать? Я ведь видеоблогер, а не охотник за привидениями, понимаете? Камера есть мое оружие. Именно поэтому с помощью нее я и решил атаковать этого полтергейтса. А с Алиной я придумал, как решить ее проблему со сном. У меня появилась одна идейка. Алин, я решил проблему. Так ты вообще не решил? Звук-то продолжается. Да, но... План-то есть? Держи. Что? Когда я его попросила хоть что-то сделать, я не имела в виду пируши. Ладно, спасибо хоть на это. Правда, выспаться мне совсем не удалось.
Я очень надеюсь, что моя камера что-то засняла, потому что я совершенно не выспался. Всю ночь что-то шумело в этом подвале. И я очень надеюсь, что правда дело в крысах, но на всякий случай нужно проверить. Блин, я ведь камеру не так ставил. Так. Она явно должна была что-то заснять. Блин, аккумулятор сел. Сейчас я достану флешку, и мы посмотрим это на ноутбуке. Сейчас-то я точно узнаю, что творится в этом подвале. Так, где эта флешка? Сейчас мы наконец-то все узнаем, что живет у меня в подвале. Ты, главное, все пиши на эту камерку, понял? Да-да-да. А вот этот файл. Так, я здесь ставлю камеру. Так, вот я ушел. И сейчас мы поймем, почему камера перевернулась. Так, смотрим, что дальше происходит. Сейчас попробую перемотать на несколько часов вперед. Так, мотаем, мотаем, мотаем. Так, вот здесь. Смотрите, там что-то с потолка сыпется. И начинает трястись камера. При этом я никого не вижу. Сейчас. Вот, дверь открывается, видите, ребята? И кто-то захлопнул дверь. Так, но почему я никого не вижу? Так, кто же эту дверь открыл? Сейчас... Алин, ты чё меня пугаешь? Что у тебя на лице вообще? Ты чё меня не слышишь? Сколько тебя ещё нужно звать? Так я говорю, я не выспалась. Я хотела сделать маску, выглядеть прекрасно. Тем более сегодня приедет к нам гость. Кирилл, ты там? Да, открывайте ворота! Слушай, как думаешь, стоит ему рассказывать? Да нет, он же трусливый, он же всего боится. Лучше ему не говорить. Говорит, что у нас что-то происходит. И, наверное, он устал с дороги. Ладно, попытаемся как-то это скрыть. Да. Привет, Кирилл! Привет! Алинка, привет! Пойдем в дом, покажем, что у нас там. Пойдем. У нас очень спокойно и классно. Да-да, вы можете меня осуждать, но я не решился ему сразу рассказать о том, что в доме происходят какие-то странные вещи. Понимаете, Кирилл очень пугливый, и если бы он узнал об этом, он бы сразу уехал. Сразу же, в ту же секунду, а я не хотела, чтобы он уезжал. Потому что мы еще не знали, с чем имеем дело, и мне нужна была его помощь. Ребят, давайте быстрее, там дождь уже начался, давайте заносите мои вещи. Вау, ребята, у вас такой шикарный дом. Такой интерьерчик клевый. Кухня такая огромная. А там что за комната? Ну-ка. Там можешь посмотреть. Ничего себе, это что такое? Это Басик. Ребята, это Басик. Тебе. Не надо, не бросай. Тут, во-первых, глубина маленькая. Во-вторых, у меня нету сменной одежды. Ну, есть сменная одежда, но она не купальная. У тебя вообще-то только что спасли. И мы так рады, что ты приехал. Алинка! Ребята, в этом доме столько всякого можно наснимать. Такие крутые ролики должны получиться. Блин. Это точно. И я пойду спрячу его чемодан. Да, ни за что не говори ему, что здесь происходит, ладно? Не, ну дом-то, конечно, крутой прям. Ой, а что такое? А это, слушай, это папина камера. Нужно ее отвезти, вернуть. Там ничего интересного. А там что такое? Подожди. Там... крысы. Крысы? О, не люблю крыс. Фу. Большие такие, здоровенные. Ой, Кирюша, сядь, может быть, ты устал? Я очень устал. Слушай, я хочу чаю. Можно чаю? Че, я сразу-то не предложила, блин. Слушай, а можно нам зеленого чая с молоком, пожалуйста? Слушай, есть только черный и черный. Ой. Если бы вы знали, как я испугался в ту секунду. А сначала яма, потом эти прыжки, как будто бы слон прыгает. Стакан, который просто испарился. А теперь это. О, я не знал, что здесь есть синтезатор. И что ты на нем играешь. Да я только учусь пока что. Мы были в секунде от того, чтобы спалиться. Но решили пока ничего не рассказывать. Мало ли, ничего и нет. Блин, ребят, хорошо сидим. Все-таки клевый вы дом сняли, только очень далеко. Сюда добираться... Вот прикиньте, сюда ни один таксист не берет заявки. Ни один просто. А что, они боятся сюда приезжать?
Слушай, у нас есть один, ну, минус. Да, нам нужно кое-что тебе рассказать. Ну, тут в доме есть один прикол. А, так вы про вот это вот. Да, господи, в этих домах постоянно эти проводки, электричество, связь, она всегда барахлит. Тем более, я считаю, что без связи лучше, без электричества лучше. Вы вон посмотрите, вы же городские, вы вообще природу не любите, а вам вот будет полезно. Да, ты прав. Да. Проблемы с электричеством. Вот эти пробки постоянные. Да, автобаны. Ладно, ребят, клево, мы все-таки сидим, но я бы на самом деле вздремнул после дороги, я очень сильно устал. Поэтому где я могу, в какой комнате? Слушай, Кирилл, у нас же кровать есть в подвале. Подожди, зачем ты это говоришь? Ему точно и лучше не оставаться в подвале, ты понимаешь? Ему бы лечь лучше на диван. Ну, давай ему предложим диван, а там дальше как-то, ну, может, Слушай, может, его... На кровать все-таки перенесем в подвал. Да какой подвал? Если мы сейчас его перенесем в подвал, то утром он будет заикой. Зачем нам это надо? Ладно, надеюсь, что это нечто Кирилла трогать не будет. Так Кирилл уставший уснул с дороги. Мы решили его не будить, пускай отдохнет. Все будет хорошо. Подумали мы, но как мы ошибались. Вот блин! Кирилл, все, тихо, мы тут, мы рядом. Успокойся, что ты видел? Я спал, потом оно бам, потом бум, и я ничего не понял, и потом бам. Нам стоит рассказать. Да, я тоже так считаю. Слушай, Кирилл, у нас тут эта проблемка возникла. Возможно, у нас живет какой-то гномик. Не гномик. В общем, у нас в подвале что-то живет. Все началось с ямы возле дома. Подкоп. Кто-то пробрался в наш подвал, и после этого начала происходить какая-то паранормальщина. На синтезаторе тогда я тоже не играл. И свет мигал, помните, свет мигал? Ну, это тоже не... Это не пробки, это, ну, вот это существо в виде гномика. В общем, у нас дом с привидением. И вы молчали! Надо срочно убираться отсюда! Да ты же сам говорил, что ты сюда добирался сутки. А тем более сейчас ночь. Мы вряд ли сейчас отсюда уедем. Ну, понимаешь, отсюда нельзя сейчас выбраться. Сейчас поздно ночью. Как ты отсюда уйдешь? Нужно дожить до утра. Не, подождите. Давай. Подождите. Да это сон. Ну-ка, ущипни меня. Ладно. Ай! Нет, это не сон. К сожалению, нет. Ну ладно, хорошо, если мы не можем отсюда убежать, надо срочно вызывать кого-нибудь там. Полицию. Да, полицию. Полиция здесь должна быть по-любому. Да что они сделают, блин, вы что, издеваетесь? Они пришлют кого-нибудь, кто знает вообще, что происходит. Алло? Здравствуйте, что у вас случилось? Слушайте, у нас здесь вообще происходит билиберда полнейшая. У нас здесь вещи летают, двери открываются, пропадают всякие предметы разные. Так, не понял, у вас что, воруют что ли? Ну, типа. Конечно, я вызвал полицию. Что нам еще оставалось делать? Ждать, пока нас схватит какой-нибудь маньяк? Как быстро! Полиция работает то, что надо. Да. Приходите! Здравия желаю! Вы меня вызывали! В общем, да, в этом проблема! Значит так, во-первых, говорите по одному, а во-вторых, вам нужно не полицию вызывать, а электрика! Да нам это, точно, полицейский нужен! Да, мы 100% вызывали именно вас! Я вызывал вас! Детишки, за ложную дачу вызова полиции можно... И наказать. Да это точно не ложный вызов. Вы приходите. Так, ну давайте посмотрим, что у вас здесь происходит. А то вы какие-то мутные ребятишки. Итак, что тут у нас? Уверен. Да вы бы лучше прибрались, а не в полицию звонили, а? Вы тоже это видите? Да. Ну, не стыдно вам? Такой свинарник развели, а? Товарищ полиционер. Это нам не стыдно, тут такое происходит. Да, ну поэтому мы вас позвали, чтобы вы нам помогли. Сейчас мы посмотрим, что у вас тут происходит. Так.
появилась только что! Да ну, не может такого быть. А, так вы эти самые, как их, пранкеры? Ну, блогеры. Ну вот, у вас же даже и камера тут, да? Мы блогеры, но не пранкеры. Да. То, что здесь происходит, это точно не по сценарию. Да ну, ребят, ну я же все понимаю. Ну, это просто какая-то шутка. Вы, кстати, знаете, что за вызов ложный? Вам будет огромный штраф. Да у нас тут по стенам кто-то ползает, помогите нам. То есть вы хотите мне сказать, что у вас тут по стенам и по потолку? Вот там седы. Вот блин. Ну, значит, состава преступления не вижу, не наблюдаю. А, как говорится, у нас в полиции нету тела, нету дела. Сюда говорит? Да. Ага. Сколько лет практики за моими могучими плечами? Но с такого, если честно, даже я в шоке. Никогда не было, и тут на тебе. Я сейчас быстро сбегаю в отдел, вызову электриков, а вам пока все, что могу дать, это вот свой фонарик. Ну, вы тут не скучайте. Нет, подождите! Товарищ Господи, и что теперь нам делать? А чем нам помог этот полицейский? А, стало только хуже и страшнее. Но хоть фонарик оставил, на этом ему спасибо действительно. Ребята, тут какая-то записочка. И, возможно, его оставило вот это существо, которое здесь у нас обитает. Слышал, подождите. Ребята, у нас тут полный трэш на кухне! Блин, здесь такой бардак, просто жесть, надеюсь, мои вещи не тронуты! А на окна посмотрите, там то же самое написано! О, это что, кровь? Надеюсь, техника не пострадала! Что вообще происходит в этом чертовом доме? Он все попереворачивал! Нам надо убираться отсюда! Ой, Алина, отпусти мою руку! Так я даже не трогаю ее! Вот блин! Кажется, только что оно меня схватило. Ты стал жертвой полтергейста. Подождите, он где-то рядом, получается, смотрите, его следы. Мягко говоря, нет слов. Грубо говорить, не решаюсь. Мы испытывали просто дикий ужас. Вот эти седы ведут вот туда. Ребята, подвал? Он же пошел в подвал, да? Да, спустился прямо туда. Пойдем? Нет, я туда не пойду. Знаете что? Он, возможно, пошел в свою комнату. А пока он ушел, можно прибраться и это спать ложиться. Может, мы закроем этот подвал? А может, мы закроем окно? Ладно, хотя бы свет включился. Да, окно бы стоило закрыть, потому что очень холодно и сквозит. Мало ли, еще кто залетит. Да. Ребята, слышите? Да. Что-то в подвале шумит. Закрываем! Закрываем окно! Давай, закроривай! Блин, опять проблемы с электричеством! Да ты достал, мелкий придурок, блин! Он вообще, он в курсе, что это наш дом, а не его! Мы за него платим, блин, а не он! Узнаю эту Алину. Она всегда, когда не покушает, такая злая. Алин, давай ты покушаешь и успокоишься. Когда Алина голодная, она злая. А когда сытая, она добрая. Ребята, точно, я вспомнил. Я недавно в интернете читал, что если покормить домового или полтергейста, то он сразу станет добрым. Это полный бред. Но других идей у нас не было. Поэтому мы решили проверить эту теорию. Живет. Слушай, мне кажется, да. Надеюсь, это правда сработает. Аккуратно. Давай, беги, беги, беги сюда. Смотрите. Да, работает. Я же говорил вам, что это рабочая схема. Пока что кажется, что ему не нравится. Посмотри, как он перемолол. Ну зато смотри, сколько съел. Да, ну он кушает, по крайней мере. Возможно, и правда это сработает. Да. Он почти доел. Да. Ну, он, видишь, все крошки доел. Посмотрите, он почти все съел. Ого! Он все наел! Вау! Он куда-то пробежал мимо нас! Срочно, оператор, за нами! О, слышишь? Да, там наверху! Алина уже убежала, да давай догонять ее! Ребята, он на кухне! Вот блин! Блин, да он гарнитур нам сейчас сломает, ребята! Это конец, нам конец! Когда же он успокоится уже наконец? Не знаю!
Свет включился. И все пропало. И надписи, и все на своих местах. Шкафчики все закрыты. Да, шкафчики закрыты. Неужели дом наконец-то опять принадлежит нам? Я бы не торопился с такими утверждениями. Так, сейчас я проверю этим фонариком. Эй. Блин, фонарик не работает. Да, может, ну и здрасте. Да и ладно, фиг с ним. Пойдемте, батик, покупаемся. Я за тобой. Да подождите, мы сейчас такой ужас пережили, а вы хотите идти купаться? Вы что, с ума сошли?